Всем привет, друзья мои! И вот я направляюсь одна в путь. А куда я иду? Муж пошел на прогулку, как всегда. А я иду на бизнес-встречу. Вот, хромая, представляете, еще не могу вот ступить вот этой ногой. Ой, как еле натянула на себя. Ну вот и мое платье, кстати. Как оно вам? Еле натянула на себя закрытый этот. Но сильно не могу расслабиться. Ну, не полностью не наступаю, да? Это, знаете, как действует на нервы? Что я хромаю. У меня что-то там на пальцах, мизинцы, мне не нравится. Ну, ладно, не будем о плохом. В общем, погода шикарная. Закончилось у нас ограничение. 7 часов можно выйти из дома. Вот мы сейчас поедем в район... Куда? Не знаю. Нам встреча очень-очень интересная будет. Так что всем хорошего настроения. Если что-то будет интересное, то я вам сообщу. Едем на прогулку с Раечкой. Наконец-то я вышла в свет. Без зашкима, с подружкой. Как хорошо, друзья мои, ходить вот так гулять. Сейчас хорошо, прохладно хоть. Днем какая жара. Друзья мои, мы проезжаем район Чешмели. Уже в этом районе. Мы проехали Теджи. Теджи. Теджи проехали. Вот люди многие спрашивают, покажите мне. Вот я вижу позднее зажигание. Вот там море. Да, с той стороны море. А здесь у нас горы. А там у нас горы. А здесь у нас магистраль центральная, да? Да, это дорога в Анталию. Ага. Но есть у нас еще дорога Отобан. Она немножко наверху, там легче ехать. Вот такая между городов. То есть там светофоров меньше и... Там, конечно, там вообще светофоров нет. Вот этот район Чешмель. Ага, молодец. Да, здесь на дорогах сейчас опасно, очень надо быть бдительным. Опасно, сейчас все с работы едут. За это очень много машин. Я, наверное, не смогу. Может, смогу, когда сяду. Но я привыкла. У нас в Грузии, знаешь как, очень... У нас в Грузии 40 километров, 30 километров в городе. Любого, каждого прохожего надо пропускать. Там вообще без... А тут надо, когда видишь машину, бежать надо. А там, наоборот, когда видит пешехода, машина тормозит. Ашкым тоже был в шоке, говорит, это как так? Он их пропускают, а они его. Вот так еще, да, пожалуйста. Вот она в той стороне, Буэру, по-моему, живет. Смотри, мы отсюда должны поворачивать. Угу. Видите, вот этот район Чешмель. Сейчас завернем мы налево. Она где-то к морю живет. Мы к ней домой едем или как? Нет. Там в кафе где-то. Угу. Вот посмотрите, нет. Вот. С этой стороны такое туман вот. Туман какой-то сегодня, непонятно. Горы. Здесь, смотри, тоже туман. А это Чешмели. Ну вот я смотрю вот так вот здесь, как за городом, сразу видно. Да, это конечно. Не Мерси, не центр, да. А вот эта сторона более-менее такая обустроенная. Еще дальше уже пляжи, хорошие пляжи. Здесь тоже можно, но только не все едут сюда. У меня родственники здесь живут. У них прям дом рядом с морем. Ну, рядом с морем дом я тоже не хочу, потому что иногда бывают такие ветра и ураганы, и штормы. Я очень жалею тех людей, которые живут рядом с морем. Особенно у нас есть там возле рыбный ресторан. Думаю, боже мой, посмотрела сразу виллы, в каком состоянии. Это же как близко, да, возле этого. Не только это, я еще боюсь землетрясений. Землетрясений у нас нету. Да. У нас нету. Как нету? Ты не знаешь, сколько было лет здесь, ты живешь здесь? Здесь было, не было, когда-то было. Давно очень. Очень давно было, но у нас дома стойкие.
Ничего не было. Ну, наверное, небольшое было землетрясение. Нет, потому что мы не сейсмическая вот зона. Сюда поворачиваем. Нет, еще дальше едем. Денис университет. Еще дальше. Ну что, друзья, в общем, мы приехали. Ты адрес как написала, я туда. Ага. Спонсор моего канала — онлайн-платформа Gigos. Всем привет, друзья, с вами я, Светлана Ата, и сейчас ко мне придет Эмма, и что она предложит мне, я вам покажу после. Ждите, не переключайтесь. Ну, вот так вот я, заметьте, выгляжу. Ну, посмотрим, что она может изменить по моему образе. Понедельник, день базара. Посмотрите, как шумно здесь. Все что-то продают. Ашки мой тоже пришел с базара. Сделал 3 рейса. Сейчас посмотрю, что он принес, и покажу себя. Так, друзья мои, Эмма ушла. Вот так я сейчас выгляжу. Она мне чуть-чуть сделала потемнее. Посмотрите сзади. Чуть-чуть опять подстригла здесь. В общем, посмотрим, как получится. Но мне нравится уже совсем по-другому. Не так ли? Еще макияж тут и сюда. Мне кажется, нормально. Как они кричат. Вы что кричите? Я репортаж делаю. Оказывается, как слышно, когда я-то не слышу. А вы-то слышите, как громко? Извините, пожалуйста. Пошла я. Вон Ашкем пришел. Принес Red Bull. Выпьем. А вот и Ашкем пришел с базара. Вот купил вот такие вкусняшки, фрукты. Друзья мои, он вообще в шоке был. Почему в шоке? Потому что вот эти вот черешни он взял 2 кило на 5 лар. А вот эту килограмм он взял по 5 лару. А вот это вот 2 кило на 5 лар. Лук взял, картошку взял, огурцы по 1,5 лиры хорошие. Ну, зелень по лире. Вот эти помидорчики по 3 лиры взял. Вот эти вот взял зеленые на завтрак по 5 лир. Это 5 лир килограмм. Арбуз вот такой большой, 10 лир. Изюм, виноград уже у нас появился в Мерсине. Это 6 лир килограмм. Ой, посмотрите, еще взял он черешни. Сколько черешни мой Ашкин набрал. Варенье буду варить. А это тоже слива 5 лир. А? А, слива по 2 лиры. Ну, говорит, что может 50-60 лир потратил. Но все равно... Я вот сейчас не хочу ничего кушать, намыла себе черешни, сейчас буду кушать черешню, ничего больше не хочу. Вот так вот. Навески нам сегодня не принесли, хотя и обещали. Так, зонтик у нас мы переставим, наверное, завтра будет уже получше, когда солнышко. Ну, вот я так переставила, посмотрите, сделала такую себе подставку с цветочками. Цветочки мои растут, растут, увеличиваются в размере, и розочка уже приходит в себя, и этот у меня так зацвел. В общем, друзья мои, посмотрите, покажу вам плод у меня, вот оно пошло наверх. И потом вот сейчас вот так до самого верха у меня будет такая красота. Это я взяла от свекрови, просто посадила, оно у меня так пошло. И вот еще у меня будет плеститься, плестись. Вот так я хочу, чтобы плелась. Смотрите. Пошла разбирать сумки. Взяла базарные сумки. Все поскладывала на места свои. Приготовила ужин, сделала сегодня фасолью, плов и котлеты из куриного фарша. Ну, куриный фарш сама тоже перемолола. Салат, йогурт, а я уже ничего не хочу, потому что я объелась черешней красной. Всем приятного аппетита, друзья мои! Хочу вам похвастаться, Ашкем что купил для Гигоса.
Купил вот такой вот чехол, сейчас уже действительно не пачкается. Вот для моего красавчика купил вот такой мел. Сен бурда койдуну мел, Таш? Эвет, пчунку оболе япты, боя сильды. Ойозден, ведешь... Короче, я, знаете, что, почему я наверх этот камень, мелок, положила вот сюда, поставила, прикрепила, потому что, что вниз, я говорю, он сегодня встал на эту жердочку, на палочку, и начал клювом возить вот эту краску снимать, представляете, какой хулиган у нас. В общем, еще что купили ему, купили спрей от шей, завтра побрызгаем, сегодня мне некогда было. Еще что купили? Вот, зеркало убрали пока, потому что он не будет говорить, сказали. Ну, пока все. Но знаете что? Он уже меня не боится. Он меня не боится, мой любимый. Он уже идет со мной на контакт. Знаете, я его так люблю, почему он должен бояться меня? Смотрите, посмотрите. Мой мальчик, иди к маме. Мой мальчик, не бойся, не бойся. А? Видите, так близко палец ему. Под клювиком, вон уже пальчик. И гусь мальчик, мой мальчик и боится. А сейчас меня цапнет мама, но он так не больно иногда-то. Видите, апа, хочет меня укусить, мой мальчик. Лапуля моя, лапуля. Видите, лапуля моя. Гигус, укусить маму хочет, мама любит тебя. Лапулечка, не бойся, тюлечка, не надо кусать, не надо меня кусать, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, не кусай меня. Погладит мама тебе. Ай, как цапнул. Так не сильно он цапает, чуть-чуть. Корт, не бойся, не бойся. Манюля моя. Манюля, гигус! Гигус, не бойся, не бойся. Хочет укусить мальчик, не бойся. Хочет укусить, не бойся. А. Ну, видите, уже постепенно-постепенно он уже привыкает, что хочу сказать. Ну, все, не будет мама, мама потом с тобой поиграется. Вот так вот мы его полюбили. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.